Это мероприятие традиционно проходит утром в начале 9-го. К призывному пункту приходят и приезжают будущие защитники Отечества и провожающие последних, разумеется, всегда больше. Оформляют последние документы, звучат напутственные слова. Текущей осенью из Ангарска на службу отправятся 225 человек. В этот день уезжают 17. Пока мы с недобором не столкнулись, все идет в плановом режиме, призыв. Работа призывной комиссии организована в соответствии с руководящими документами. Все идет в плановом режиме с учетом мер безопасности. Тут каждый, естественно, призывник, будущий призывник, обеспечивается маской одноразовой. Вот. Соблюдается дистанция, проводится обработка помещений дезинфицирующими средствами. Вот это все меры профилактические, которые спланированы. Ну, плюс соблюдение дистанции, конечно. То есть призывники, естественно, уже входят в помещение, в самом помещении находятся, то есть, чтобы не было контакта. На очереди отправка еще нескольких партий новобранцев, а через год эти парни вернутся к своим семьям. Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.